практически вырвали победу из рук соперников и добились своего, стали обладателями Кубка Европы. Что ж, не все игроки еще до конца осознали, что победили, и не все из команды добивались такого успеха на таком уровне. Видели в этом финальном матче все, на что могли рассчитывать. Не разочаровала игра, это вот как такой общий итог. Ну, а если подробнее, конечно, главное – это блистательное выступление победителя. Умный, грамотно выстроенный, захватывающий футбол. Вот такой анализ, Константин. Не знаю, что ты еще добавишь. Георгий, но, безусловно, надо отметить главного тренера победителя. По игрокам с тобой соглашусь на все 100. Они действительно действовали так, как и полагается играть в финале. С полной самоотдачей, без лишней нервозности, полностью выполняя установки тренерского штаба. Заслуженная победа, и мы поздравляем команду с этим трофеем. И пробил. Вот это удар. Прекрасный навес. Бьет он головой. Игорь, фантастика. Гол со второго этажа. Мяч залетает в ворота. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. А само! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Судья показывает, на угол поля подавать будет Ювентус. Судья у нас либерал, и стенка этим пользуется. Артем Тимофеев. Он бьет головой и забивает. Бьет. Есть гол, и хотя возвращение будет говорить рано, можно попробовать забить еще. Вот это спасение! Судья показывает, что будет угловой.